О, да, спасибо, что зашел на этот видосик. Просто не пожалеешь. В общем, гайд на Кейтлин. Тут будет вначале разбор умений. Сразу же их разберем. Тут у нас каждая шестая атака наносит лютый урон. Все, что можно об этом сказать. Но там критический. И вообще, все очень хорошо. Кьюшечка, мы выпускаем такой снарядик, который поражает врагов. Чем больше он поражает, тем меньше урон наносит. По 33 процент урона снимается вешечка, это мы ставим ловушечки, пацан не наступает, им застанивается и помечается, и мы в него, по сути, пуляем пассивочкой. Вот, ешечка, это мы в одну сторону пуляем капкан, отлетаем в другую сторону, и пацан, с которого мы попали капканом, тоже помечается, и мы в него бьем пассивочкой. Улетает на огромном рендже, то есть мы вот в этом рендже выбираем, но даже если он из этого рендже выйдет, то он все равно получит урон. Ой. Печально-печально. Выбивает из соны флэш. Тут достаточно... Вроде, с одной стороны, просто, потому что у Ксадина вроде как и плохой матча против Ясика. Ну, тут посмотрим, посмотрим. Зато у Талона получше против Камилки. Тут я взял именно вот эту ветку, чтобы иметь максимальное количество АД. Вот. Хотя я думал над защитной веткой, чтобы, так сказать, все же быть более затанкованным, потому что у них слишком много ассасинов, их три, по сути. Ну и плюс еще достаточно жесткие адекерри, чтобы, например, в лед каких-нибудь пацанов пережить. Ну, блин, не знаю. Выбрал так, посмотрим. Дэнс, просто добиваем всех трех крипов. Это хорошее начало. О, неплохо, неплохо, доджит поцик. Вот, у нас лютый рейндж, это преимущество Кейтлин, то есть мы просто на нереальном расстоянии пулякаемся. Бам! Ну это вообще нереально, мне кажется. Просто нелегально. Бам! Начинаем жестко давить. Я, конечно же, тут не скликаю в крипов. Ну ладно, на самом деле на Кейтлин я такой себе игрок. Но вот из-за того, что Кейтлин... Ну, вообще Кейтлин это идеальный чамп для начинающих. То бишь на ней можно реально люто задоминировать лайн. То бишь мы сейчас прокачаем ловушечки, пацаны, под вышечкой. К нам, скорее всего, Грейвс не придет, потому что его также бот пулил. Бам! То есть, вот, ну, они жестко отхватывают люлей. Нереально жестко. Блин, тут подлагивает немножко. Вот. Кейтлин это и лейнбули, и одновременно с этим она неплохо скейлится в лейт. То бишь, ну, тут как бы нет у нее недостатков. Тут лулка вообще нуляшная. Блин, там какие-то замесы странные. Блин. Вот. То есть Сона тоже не блещет, но Сона как бы харасит неплохо. Лулка вообще нуляшная, конечно. Так, ну тут парочку автух. То есть мы постоянно находимся на высоком уровне ХП, поэтому вот эта фигня будет постоянно работать. Поэтому как бы это достаточно выгодно. Но это трэш, то есть тут как бы просто разрыв пукана. То есть тут пацаны как бы ничего не могут сделать, потому что Кейтлин это имба. То есть я как бы играю на Кейтлин хуже, чем Джинкс играет на Джинкс, но из-за того, что, ну, во-первых, тут саппорт у нас вроде как чуть-чуть получше. И плюс мы еще просто даем постоянные автоатаки. Конечно, она, скорее всего, будет лучше в лейте, но до лейта еще нужно дожить, и мы можем просто снести таверку, и мы будем постоянно вести по крипам. Да, мы ведем по крипам, хотя за адекерри, конечно, фармить это достаточно... Давай, давай, с флеша. Ну, с флеша можно было игнать повесить. И она в любом случае догорела. Ну, мы как бы люто-люто наяриваем пацанов. Так, а, нет, Блин, у нее не игнает. Ну, в принципе... Ну, даже это даже лучше, потому что, опять же, у них много ассасинов, поэтому... Красиво, красиво. Даже очень хорошо. Несмотря на то, что я ничего не получил с этого, но ладно. Убили АДКерри и очень-очень-очень неплохо. Мы сейчас бэкнемся, допушим эту волну. Ну, тут как бы очень-очень просто выигрывать. Очень просто выигрывать лайн за Кейтлин. Так, что там по счету? Ну, у нас пока 2-1, мы пока люто ведем тут. Что у нас с бэка будет?
Ну, бэк у нас не такой имбовый, как хотелось бы. Но все-таки получше, чем у джинксы. У джинксы. Ну, зато у джинксы был, конечно, фастбэк, это тоже хорошо. Тут как бы талон ромит, бедный Ясу страдает. Они вроде не прим, но хз-хз. Компот. Главное, чтобы талон к нам не приходил. Пока что все очень даже неплохо. Мы перефармливаем абсолютно всех. Но Касадин почему-то неистово фармит. Это тоже меня пугает. Так, мы тут, конечно же, завардим. Не знаю, блин, они, может, огненного? Свиньи обоссаны, блин. Ну да. Вот обоссанцы. О. О, господи. Ну, в принципе, мы тут неплохо отдефались от них. Еще вслед накидали. То есть они уже будут более прохорашены. И главное, вот эта штучка все еще на нас висит. Мы, как правда, хил отдали, но хил это не особо критично. Бам! Главное, что флеш оставили. Так, ладно. Ну, на самом деле, лучше у нее все-таки был бы... Хотя, блин, вот сейчас изнурение достаточно неплохо сработало. Да, ну конечно, с этих маленьких мечей тоже немало АД накапало, поэтому такое. Сейчас, может, попробуем как-нибудь убить. Ну или хотя бы автушечку дать. Вы чё? Так, ладно, бежим. Ну, help me, Гекарим! Ой, идиот, блин, ну это реально трэш. Но, правда, я тут, скорее всего, не умру. Но на самом деле умру. Это трэш. То есть он из-за одного килла мы там могли их или убить, или... Ну, но я не понимаю таких, конечно, хомячков. Так, хомячки все схавают. Так, блин, или лучше, по идее... Блин, ну она же состоит из этих. Так, ботинок берем. Ботинок имба. А, ну это печально, конечно, то, что я 0-1-0. Не, ассистик не получил. По идее, если бы я тогда забрал саппорт, и сейчас бы был бы с БФом, и все было бы намного круче. Ну я тоже разбайтился, но КС1, конечно, чересчур имбовый. Так, надо нормально тут все переставить. Ну да. Ну пока что, конечно, доминирование Кейтлин, это вполне естественно. Плюс за Кейтлин достаточно трудно ошибиться в позиционировании, то есть мы всегда будем... Ну вот, Сап, конечно, делает вещи. Не дает подойти к вышке. О, я добиваю с одного. Это прикольно. Тут, правда, не особо, ну ладно. Так, что-то засквернили, уроды. Ну да ладно. Пам. Кс1. Блин, у него уже... О, господи, на восьмой... Блин, уже один стак, это он... Так, может тут какой-то этот? Нет, ну Грейвс там. Да, печально, потому что я остаю один без сапа. Сап там пытается что-то сделать, конечно же. О-хо-хо, просто просрала ману. А, больно по лицу, больно. Блин, можно было взять еще один. Да, но мы, конечно, нахватываем не слава. Плюс еще, что может сказаться положительно на Кейтлин, то что
Вот эта комба из двух предметов, которые вы видели, это получается скорострельная пушка и грозовая бритва. То есть она люто заходит на Кейтлин. Поэтому как бы такое. Так, тут, конечно. Блин. Сейчас пропущу. Не, не пропустили, я красавчик. Неплохо. Развезли пацанов. Блин, по идее мы можем забрать эту таверку. Ну, не сейчас, но со следующей волны. Блин, мы по идее сейчас можем. Блин, главное, чтобы Касадин не пришел. И все будет прям ЗБС. О, все. Идеально. Блин, не знаю, стоит ли допушивать. Все. Просто good job. Ну, в принципе, Кейтлин должна так ломать, но против Джинс играет очень неплохо, то есть она мейн АДК, а я не мейн, то есть у меня тут какая... Ну, не больше 10 игр на Кейтлин вообще за все время игры. За последний, там, я не знаю, за последний год. Очень мало, блин, чего продать, чтобы купить БФ. Или лучше... Нет, нет, нет. Ладно. Навалякать. Так, по идее у нас к этому моменту все откатится и ульта. Блин, мне кажется, они прям там стоят и ждут, пока он заспавнится. Ну да. Господи, какой же он жесткий. И что, у него еще темная жатва? Ну да. Печально, печально. Бля? Ну, в принципе, можно туда... Да ладно. Их там уже нет. О, и был этот Грейвиз. Ой, господи, ну это очень печально. Ну да, это реально плохо, плохо. Ну, конечно, Касадин люто, люто расфидился, то есть тут вообще без шансов. А, ну Ясу 0-4. В принципе, это стандартный ESO плеер, чему тут удивляться. Ну, блин, против Касадина, мне кажется, но это изи матчап для Ясика. Хотя Ясиков это никогда не останавливало фидонить, правда. Ну, ладно. Ну, да хотя бы все предметы собрать. Блин, по идее, нужно было вторым ловушечки максить, но что-то ловушечки тут не особо будут заходить. О, все, грозовая бритва готова. Потом будет скорострельная пушка. Для большинства адекерри все-таки первая это скорострельная пушка, но для нас бритва, потому что у нас так лютый рейндж. По идее, можно подождать эту атак спид фигнюшечку. Блин, либо... Ну ладно, скорострельная пушка. Ну, в зависимости от бэка. Либо ботинок соберу, либо часть скорострельной пушки, либо целую скорострельную пушку, в зависимости как пойдет. Тут хз. Ну, опять же, Гикарим еще, ну, Грейвс жесткий, плюс они, как-то, не знаю, люто скоординированы. А, ну да, Грейвс и X1 все-таки. Так, ладно, надо вставить ловушечку. Ой, господи, Бам, ну почти. Так, ладно, пойдем отпушим этих пацанов. Потому что там в любом случае, скорее всего, никого нет. Джинкса там тоже бьет. Ну да ладно. Ага, конечно, конечно. Агрессивная Камилка. Пошла в задницу. Что у нас тут будет с бэка? Но с бэка у нас вообще ничего не будет, судя по всему. Будет все очень печально. Видите, урон уже есть, не маленький. Даже очень не маленький. Что тут? Ну, по идее, ботинок. Подождем чутка и не буду я пушить.
А, Камил, ну ты сейчас умрешь. Ну, хотя хз. Конь, но Грейвис, конечно, имбовия, поэтому еще одна, еще стаки для него. Да, ну Сонка, конечно, пытается что-то делать, но тут как бы вообще непонятно. Мы просто не вывозим файты, несмотря на то, что у них как бы и лейт вроде как неплох, даже лучше, чем у нас. Ну да, но единственное вот, и то это не факт, что будет килл. Да, ГЖ. О, господи. Ну, то есть плюс тут еще дофигища ассасинов. Поэтому как бы мне подходить тоже не особо по кайфу. Да. Ну, Камила не могла прыгнуть с клыков. Ладно. Это трэш. То есть, ну, Камилка тут играет даже хуже Ясика, потому что Ясик что-то делает, какие-то комбо, а Камилка что-то, ну, вообще. Ну, и тут и по фарму видно, то есть, несмотря на то, что у него вроде когда как и получше, чем у Ясика, но тут такое. Хотя я вроде смотри, чекал их статку, вроде бы Ясик там такой, а Камилка вроде такая имбовенькая, хотя... Это, конечно же, не показатель, это все-таки норма, и тут не все к нему серьезно относятся. Может, в ранке, где, понятное дело, все, скорее всего, по-другому. Ну, а Декерри у них тупо на киллах. Ну, там этот, Кас. Просто Кас Дамата. Ну, это нереально. Просто ноль. Блин, ну он по-любому там. А, ладно, он там. Блин, он всего 10-го. А, ну уже 11-го. Блин, ну сейчас с 11-м он, конечно, может... Там ульта, и все. Он так и думает, как бы, влететь, но... Ну да ладно. Просто страшно. О, ну, в принципе, сон мы тут можем развести. Тем более он меня не заваншотит, у меня же есть хил. Ладно. Блин, мне бы хоть на рвение накопить с этого бека. Бека. Так, ну пока не там. На рвение я, понятное дело, не накоплю. Блин, они бегут меня убивать. И дракона, и сона. Ну ладно, все просто резать и стрелять. Блин, не знаю, кусмяк от этого взять. Он там вроде какой-то урон, ну давай. Криты были бы, может быть, получше. А то я сейчас еще с бэка на Арвене не накоплю. Такое. Блин, а кто лучше скейлится? Ну, по идее, они, потому что у них и АД Керри лучше скейлится, и Сап, и Касс, и Грейвис, потому что у него вот эта фигня. А у нас как бы вообще ни о чем. То есть мы даже при прочих равных как бы сейчас отхватывали люлей. Потом. Ну, уже сейчас. То есть если мы начали нормально, там на 10-й минуте, то на 20-й мы, скорее всего, уже начали как-то проседать. Немножечко. Ну, переписан свиньи, блин, ой, господи. Да.
Блин, просто минус я. По уровню я вроде плюс-минус вровень, но потому что я, понятное дело, весь фарм забираю. Бля! Господи, зачем врываться-то? Ну, сейчас позырим. Ну, ладно, нет. Кто-то нажал нет, мы тоже нажмем нет. Пам! Пам! Ладно, маны нет, поэтому я не могу спамить. Память это по кайфу. Блин, было бы еще чутка баблич. Чё они? Но они не пойдут, поэтому можно на кинжалик накопить. Эх, эх, кинжалики. Блин, ну со скорострельной пушкой должно быть вообще прям полегче. Полегче. Кому-то нанесем урон. Так. Блин. Неплохо. Получилось. Ну, давай заберем хоть это. Хотя тут сейчас выбежит этот расфиженный ублюдок. Неистовый уродец. Ну ладно. Что у нас тут на пушку хватает? Блин, что-то подсказывает, что он близко, либо талон такой наглый. Эх, талон. Нам на пушку не хватает. Ну ладно, соберем хоть. Помоги мне, саппорт. Все, теперь хватает. Плюс еще красный баф. Ну неплохо мы вывезли этот файт. Так, что бы купить? Вижн или не вижн? Ну, вижн, на вижн хватает сейчас. Так. Так, блин, яс там бежит фармить, блин, или там будет заварушечка. Never forgive. Так, ладно, сюда воткнем его. О. Так, when. Еще по фарму тут, ну, жестко джинкса проседает. Давайте, убейте это говнище. Ну почему Камила ничего... господи, свинина. Ну ладно, на самом деле Камила тут ничего не могла сделать. Ты... Да, с бароном вам, конечно, будет вообще в кайф. Так, главное отпушить вот это вот. О, господи, да ну в жопу такое. Упали, что ли? Господи, ну ладно. Enemy triple kill. Очень неплохо. Чё мы будем потом билдить? В принципе, нам уже навалить. С одной стороны, больше у них АД, с другой лютый косодин. Хотя, скорее всего, они тут просто заэндят, и мне нечего. Ничего не придется билдосить.
Ну ладно, надеюсь, поучительный был гайд, что можно выигрывать раннюю игру, а потом тут может случиться такое, но это бывает, конечно.